И к другим темам. 34 миллиона долларов составил товарооборот между Дагестаном и Ираном. Этого недостаточно, уверены специалисты. Необходимо наращивать обороты. Развитие торгово-экономического сотрудничества между Дагестаном и Ираном обсудили в Минпромторге Республики. В нашем регионе созданы все условия, чтобы инвестор мог спокойно развивать свой бизнес. Мы гарантируем безопасность. Для этого есть площадки с готовой инфраструктурой. Обращаясь к иранским бизнесменам, отметил руководитель министерства Юсуп Умавов. Добавлю, сегодня из Дагестана в Исламскую республику поставляется мясо, листовое стекло и тепловое оборудование. Из Ирана в Дагестан импортируются томаты, кондитерские изделия, строительные материалы, овощи и фрукты.